И снова здравствуйте, мои дорогие друзья. А знаете что? Что у нас прошла новая суббота. А варить мы сегодня ничего не будем, а мы будем коптить с вами. А коптить мы будем с вами скумбрию. А как это все было, смотрим на видео. Добрый вечер, мои дорогие друзья. Сегодня мы будем с вами готовить копченую скумбрию. А для этого нам что понадобится? Правильно, скумбрия и понадобится. Скумбрию будем использовать обычную, магазина. Сейчас мы ее с вами почистим. Но я думаю, вам это будет неинтересно. И встретимся уже с вами при засолке. Добрый вечер, мои дорогие друзья. И как вы догадались, что сегодня у нас не суббота, а пятница. И мы будем солить скумбрию по классике. А то есть солью и с перцем. Вот мы тушки скумбрии помыли. Теперь просто берем перчиком. И перчим. От души перчим, не жалеем перец. Теперь берем соль крупная, и сразу давайте на кастрюльке будем солить с вами вот так обильно. Ну вот и все, рыба у нас посолена. Сейчас мы ее с вами уберем в холодильник и уже встретимся с вами завтра утром на ее промывке и дальнейшей готовке копчения. Доброе утро, мои друзья. А значит, что наступила суббота? И сегодня продолжаем с вами коптить рыбку. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Вот, рыбка просолилась. Теперь нам ее надо отмыть и насухо вытереть. Так, вот и все, рыбку мы обтерли, и теперь следующее включение будет на копчении. Добрый день, ну вот мы добрались до нашего секретного гаража, где мы будем производить копчение рыбы. Что нам для этого понадобится, кроме рыбы, сейчас все покажу. Так, а нам для этого понадобится коптильня, щепа, не знаю производителя, фольга, и также на чем будем все это готовить, на китайской газовой плите. Так, начинаем мы с засыпки щепы. Щепу берем вот одну горсточку, еще наверное, одну такую же возьмем. Вот. Все. Вот. Щепы нам, думаю, будет достаточно. Так, фольга. Фольгу мы укладываем сюда, чтобы жир, который будет капать, не капал нам на опилочки. Фольгу положили. Сверху кладем решеточку. Теперь переходим к рыбке. Теперь переложили маленькую рыбку по-другому. Теперь у нас еще один лайфхак. Накрываем ее фольгой, также закрываем, чтобы сверху крышки не капало и не портило нашу рыбку.
Теперь включаем печку. Так, все, тепло пошло. И ставим нашу коптилочку. Все, коптилка заряжена. Теперь мы ждем с вами появления первого дымка. Появился уже первый дымок. Теперь ждем ровно 20 минут. Дорогие мои друзья, и прошло уже 20 минут. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Видите, сколько вот на пакете нехорошего вещества. А вот это у нас подкоптилось. И вот какая вкуснятина получилась у нас, дорогие друзья. Всем пожелаю приятного аппетита, а мне пенной субботы.